Житель Канска на одном из интернет-сайтов активно участвовал в игре на бирже. За день до происшествия доступ мужчины к ресурсу был закрыт, в связи с чем он обратился в службу поддержки. С потерпевшим связался работник веб-сайта и для разрешения проблемы запросил реквизиты банковской карты. Они якобы были нужны ему для восстановления доступа и вывода заработанных на бирже денег. После того, как мужчина выполнил просьбу, с его счета были сняты все имеющиеся сбережения. А это порядка 200 000 рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливается круг подозреваемых лиц, а также движение и обналичивание похищенных денежных средств. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрен частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное со значительным ущербом гражданину. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.